последнее представление диска The Expectation композиции с одноименным названием. Скажу вам по секрету, что именно после ее появления на свет у автора возникла идея о записи всех произведений. Вадим Стройкин, The Expectation, ожидания. Некоторых из вас предыдущее действо явилось открытием. Это не удивлено, ведь Вадим Стройкин больше известен широкой публике как автор-исполнитель. Впрочем, мы это сейчас проверим с вами. Давайте поступим следующим образом. Я буду зачитывать строку
из песен Вадима, а вы попробуйте продолжить следующей строкой. Итак, начинаем. Вы поддержите меня? Да. Замечательно. Первое. Мария Марили. Мирали, косматые снега. Замечательно. Шарик покатать земной в ладошке. На вершинах снежных гор он оставил звездочки. Значит, знаем мы, куда надо идти. Замечательно, молодцы. И кружились вмиг в вальсе одном вершины. Все верно. Ты рукой махнула и ушла куда-то. Молодцы. А моя должность сама по себе до смешного земная. Не знаю, я кто нет, я только мечтаю. Супер. Снег не тает в душах и во снах уже давно летает. И снова незамеченный никем тот принц. Все верно. И последнее. Светилам, кстати, безразлично, что нам час определен. Так. Немножко подсказываю. В кой показаться им прилично и подтверждать небосклон. Нет? Нет. Ну вот, теперь вы будете знать. Да, с последней строчкой было труднее всего, но ничего страшного. Она прозвучит в одной из песен на диске, который я сейчас вам покажу. У нас мальчик должен был работать на сцене, Миша какой-то. Где? Диск называется «Письмо другу». Кроме Вадима, а он автор слов и музыки в записи, его принимал участие Вячеслав Козлов. Давайте предоставим им слово. Стихи